год тому назад. Сейчас просто вот Ярослав совсем другой стал. Разговаривает, все понимает, лежит, слушается, маму любит. Ой, мама вообще. Да. Скучает по папе. Другой человек прямо у нас. Меньше на цыпочках ходит. Угу. Да. Для нас это было очень долго. На цыпочках это постоянно ходил. Это было прям печально. Вот сейчас прям, ну, намного лучше все. Вот да, и... да он вообще видно, что он повзрослел, умнее стал по всему. Короче, человеком становится. Да. Полезным для общества. Да. Надеемся. Будем надеяться. В будущем.